Hello everyone, welcome back to my channel. I'm running behind schedule, but I got to get this done. This is a long video, so I just got my coffee, I got water, so I'm just gonna watch this with you guys, barely stopping and stuff, you know, unless I have a question or something like that. But this is behind the scenes of Diana Agudinova and stuff, the Masked Singer. I'm not sure if I did all of her videos or not. If you can look through my catalog and let me know if I got them all, but this is the behind the scenes. Очень страшно. Очень страшно. Просто. Встречайте фантастический горностай. Как они так поют, это очень сложно. Ой, господи, это очень жутко. Нет, я не схожу с ума. Всем доброе утро. Тут идут репетиции. Это, кстати, мой костюм. Это я. Похоже, да? Кстати, 8 утра. А нет, 7:30. А нет, 8. 7:30 я выехала. Я сижу, смотрю на свой костюм. Немножечко не осознаю, что это для меня все сделано. Представляете? Там еще такая платформа, просто офигеть. Офигеть. Как купол цирка. Вечно съемка первая. Очень страшно. Очень страшно. Просто. Уже по-человечески. То есть это чуть-чуть на соплях будет, но держится. Мой звездный час. Не снимай меня так. Господи, вот и стою. Не прошла. Руки-то лезут, все нормально. Это надо сюда. Господи, направо, направо. Да, да, рисуем на сладкое вино. Горностай уже готов. Встречайте наш единственный и неповторимый интригующий фантастический горностай. Приготовились. Камера уже в моторе. Музыка. И вперед. Плечо медленно, medlina.
машине. Уходим, уходим, уходим. Спасибо. Капец, мокро. Ой, господи, это очень жарко. Oh, the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk, but I want to stay. I'd be safe and warm if I was in LA. California dream, I know I'm such a witness day. Короче, шаурму я угадала. Она сейчас поет на репетиции. Это глюкоза. Oh, so I got a mask and stuff. Okay, that's what's going on there. Yeah, it's interesting. See the behind it. They do have the English subtitles on the video, so I can go back and watch it. I don't want to analyze it too much. Just enjoy watching this and stuff. You know, hopefully the copyrights go through and stuff because they have some of the songs playing and stuff in full video. You know, the stuff that I have come from a person named Core or something like that. I don't know if I pronounced that right. But then they're doing more of the, like the slices and stuff, you know. All right. Кто такой Гора? Спалился. Сегодня у нас будет много экспромтов. Это страшно, но почему-то я волнуюсь не так, как в первую программу. Мне здесь надо что поесть. Здесь вкусно кормят. Я вам скажу. Шикарно. Я нечаянно на первой программе начала называть Киркорова на «ты». Короче, теперь я привыкаю к тому, чтобы говорить им всем на «ты». Нет, я не схожу с ума. Это подарок для Филиппа. Энергия превосходства. Нежный и лихой, щедрый и простой, словом мой любимый — это ты. И завяли пресс. Угорать просто в моменте. Рай, просто еще надо вот это все вставлять, чтобы. Ах, какая сладкая судьба! И теперь нам только жить и жить! Я сейчас сдохну. Я сейчас что делаю, я не понимаю, что я делаю. Ну, просто мои кишки сейчас вырвут. Как они так поют, это очень сложно. Женщиной земной. И поет ночами соловей. Ах, какая сладкая судьба. Тебе твою
нас есть только одна попытка. Я тебя твою. Ты не будешь ничей жених. Я ничья жена. У меня комната 30-13. Прикол в том, что цифра 1 и 3 – это ключевые цифры в моем счастливом числе. Это очень хороший знак, я вам скажу, потому что прошлую программу я, ну, для себя я ее запорола, хотя комната у меня была та же самая. Но я чувствую, что сегодня я ничего не запорю, если так можно сказать. Вот такая комната. Такая вот небольшая. Мне кажется, я половину вырежу, что я здесь говорю, учитывая обстановку такую, что через общение с жюри по голосу узнали вообще половину маски просто. Я буду с этой программой, естественно, говорить не своим голосом. Вот таким вот. Всем привет! Я Горностай. Всем привет! Или, я не знаю. Или вот таким вот. Или вот таким вот голосом буду разговаривать я. Вот давайте вот таким. О! Мы нашли голос для Горностая. Да. Да. Опа, Горностай. И у нас дальше будет такая песня. Вы закачаетесь. Опа, Горностай. Оп, 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 оп. Опа, Горностай. А меня не слышно? В смысле, подождите, меня на что? Меня не было слышно. Оп, 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 оп. Каким голосом надо оп делать? Горностай, похоже. Вы слышали, как они орут? Они гавкают вот так. I don't think I did that one, Gang Man. So if you have the link, send me the link to that one. Because sometimes it's in the most of the titles on the show are in Russian. So I have to look at characters and go, did I do that one? I got to listen and all the other stuff. It's not like California Dreamin', a song I know, you know. I know that's not a gaming stuff. I don't think I did that one yet. So if you have it, send a link to me, all right? I could try and find it and stuff. We'll see. All right, let's go. Вообще, на самом деле, хотите, я вам понравилась. Мне сегодня очень плохо. Чисто физически. Очень сложно вообще, короче, было стоять на сцене, вообще вот в этом костюме, дышать сложно, все сложно вообще было сложно. У меня болит башка, у меня болит живот. Меня все раздражает. Я просто хочу домой. Let me see what's going on. Hold on a second. I want to go to the website in a second, read it. Okay, let me see. I don't feel like screwing up anything today. Let me see. This is the room. Can't hear you. Okay, she's laughing there. I'm looking at the website. I still want them barking, they hear me barking. Preparing for the 7th program, so okay. They stopped hiding me. I've stopped hiding. There's a risk I'm about to be kicked out. Commercial came up. Nomination for elimination.
I've been nominated by the audience because they want to see who you are. Yeah. I hope you can hear me. In fact, actually, do you want me to complain to you? I feel very bad today, purely physically. It's very difficult to stand on stage in this costume. I guess she's tired. It was hard to breathe. It was hard to do anything. I've had a headache and stomachache. Everything irritates me. I'm reading the website from the YouTube page. I'm not reading from that, okay? Then she starts crying. So she didn't want to leave yet. It broke her heart. She gives a thumbs up. It's okay, she says. Okay. I had to go to the webpage to read to see why she was crying. Okay. So, she's talking about having a headache, getting kicked out and stuff. So you can't see me, my webpage, because it's external. Okay. She said it's okay. You guys should give her a hug. She didn't want to quit the show yet, did she? I know she's tired. The costume's heavy. Я небольшая труба. Капец, как страшно, вы не представляете. Some of them want to use you. Some of them want to be used by you. Some of them want to use you. Some of them want to be used by you. Офигенный дубль. Друзья мои, я тут немножечко в слезах. Какой-то выпуск 9-й. Наверное, да. Второй выпуск подряд я попадаю в номинацию. Я понимаю, что я могла сделать намного больше. Я была такой сегодня очень молчаливой, обычной, никому нафиг не нужной и неинтересной маской. Сейчас придут меня гримировать. Я вот такая вот сижу, у меня грязная башка, я вся потная, вся заплаканная. Будут гримировать, потому что под маской нужно быть красивой, когда тебя будут открывать. Вот такие пироги. Да ладно! Все верно, я просто сейчас понимаю, что мне нужно радоваться, потому что впереди меня ждет очень много всего классного. Спасибо вам. Все, только начинайте. Кто подо мной? А под ним я. Диана Анкузинова. Горностай, здравствуйте. Чтобы участвовать в этом проекте, это была моя самая большая мечта за последнее время, и она сбылась. И, конечно же, огромное спасибо Ведмедиа, НТВ за то, что просто позволили мне сюда прийти. Я помню, как я на проекте «Шоу Мозгов» пришла. Мне вот 18 только что исполнилось, можно у вас поучаствовать в маске? И мне такие, мы подумаем. Прошел год, и они такие, давай, приходи. И я такая, мы смотрим маски, я вижу Горностай, и я понимаю, что, девочки, я влюбилась. Все, друзья, прощаемся, мы с Горностаем прощаемся. Девчонки, пока, всем! Вот, сейчас снимаю штанишки, и я Диана Анкудинова. Стойте. Пока. Спасибо вам большое. Мы не прощаемся точно. Спасибо. Супер. Спасибо. Роллы я не доела, карбонар... Тимуха, Люси! Даже вот так вот многие. Пока. Ну что, скоро увидимся, давай. Да. All right, I'm gonna go see what she was saying at that last 13 minutes, all right? So I'm gonna go.
go on to my website, YouTube. We go to 13 minutes. This is right there. Okay. It's great to show. So my friends, I'm a little bit in tears here. Which one is this, the ninth? I guess it is. That's the second time in a row I've been nominated. So she did 9 shows. I realized I could have done so much more. I was very silent, ordinary, common. Unwanted and an interesting mask today. Now they're coming to make up. I'm sitting like this. My head is dirty. I'm all sweaty and I'm all weepy. They're going to make me up because you have to be beautiful under the mask, I guess. That's the way it is. And that's when she gets unmasked. Okay. All right. Yeah. Okay. So I went and read the stuff on the website. I know it's sad that I can't have it here. Or when you download the video, I like to download the video because it's just easier to manage. The web page, and then an ad comes up, and then, you know, I'm like, right? Right? But I'm going to make a short of this as well, all right? And then that way, just one short, and then I'll link it out there and stuff, all right? Yeah, this is very, very interesting stuff, man. It's great to get behind-the-scenes look. Check my catalog to see if I'm missing any of it. I thought I got all the masks, but there might be 9. I don't think I got Gangbang. I could go get that one and stuff. I use a guy, K-O-R, it looks like. It could be Russian letters, which means it won't sound like it looks, you know. But, yeah, a day in the life of Deanna, you know. All right, this is Dr. Ron. I catch you guys in the next video.